Лагерь азербайджанских волонтеров посетили губернатор Зулькиф Даглы, генеральный прокурор Седат Челик и начальник полиции Омар Урхал, получивший назначение в регион после землетрясения в Кахраман-Мараше. Была высоко оценена деятельность азербайджанских волонтеров в братской стране и выражена им благодарность. Отметим, что волонтеры из Азербайджана оказывают услуги тысячам людей в палаточных городках, пострадавших от стихийного бедствия регионах, а также разгружают, сортируют, распределяют продукты питания, одежду, медикаменты и различную помощь, раздают воду и горячие напитки местному населению. Они также устанавливают специальные палатки для реабилитации и эффективной организации досуга детей, пострадавших от землетрясения, оказывают услуги по уходу и психологической поддержке сотням детей. Кроме того, азербайджанские волонтеры с медицинским образованием оказывают пострадавшим и первичную медицинскую помощь.